идеальный именинный напиток. В этот же самый день, год назад, Джим не мог дождаться встречи с вами. Что? Как он мог ждать встречи со мной? Он долго раздумывал над тем, чтобы вас разбудить. Он говорил о вас, не переставая. Джим меня разбудил? О, да. Он сказал, что это тяжелейшее решение в его жизни. Но все получилось прекрасно. Ugh.